мені цікаво теж, як ви оцінюєте, як хоче Путін використати 9 травня. Очевидно вже, що оголосити перемогу по всій Донецькій і Луганській області не вийде. Але це певна сакральна дата для Росії, для Путіна. Як він буде користуватися цим днем? Ну, на самом деле, действительно, планы были другими, совсем другими. И наступление, начатое в апреле на востоке Украины, должно было увенчаться выходом к границам Донецкой и Луганской областей. Но это определенно. Этого точно нет, и этого не будет в ближайшее время, уж точно до 9-го этого не произойдет. Поэтому, скорее всего, все-таки будет эта тема как-то по-другому представлено, вот буквы «З» будут летать на параде, будут говорить о героической борьбе с нацистами, вот будут самые общие слова. Ну, возможно, действительно, Мариуполь как-то будут пытаться представить как победу, так же, как Херсон и Донецк и Луганск, в которых должны будут пройти референдумы. Вот, что-то такое. Но вот я бы сказал, что слишком масштабных каких-то в связи с этим сакральных празднеств не будет. Потому что, вы понимаете, это же опасно. И там в администрации президента Кириенко, он мерзавец, но не дурак. Понимаете, они все считают с калькулятором. То есть если объявить победу над Херсоном, а завтра его окружат, и что тогда? Ну, Росія зараз також відмовляється навіть від парадів, які вона планувала провести, там по Маріуполю наче вирішили не проводити. От, пане Марку, до вас запитання, дійсно, чи наважиться Путін на цю загальну мобілізацію, оголошення фактично війни? Ну і якщо вони навіть скасують паради, то ну чому, власне, немає чим брати і місцеве населення? Вони розуміють, що ніхто їх не підтримує в українських містах. Ну, давайте я с последнего начну. А им все равно, поддержат или не поддержат. Вы понимаете, вот они как будут референдум проводить? Вы думаете, они будут референдум в Херсоне проводить? Они его не будут проводить. Так же, как в России, нам хорошо известно, как проходят любые электоральные мероприятия. Они просто объявляют результат и все. Поэтому, честно говоря, как-то пытаться заручиться поддержкой населения, вряд ли они будут пытаться. Что касается первого вопроса, я скептик относительно возможного объявления мобилизации. Там есть юридическая сторона вопроса, она связана с объявлением действительно войны, введением военного положения. Это большой перечень мероприятий, которые справедливо, как говорит ваш собеседник, они в реальности решиться на это три причины, почему это невозможно. Первое, это фактически признать свое поражение. Но если вы не смогли справиться со спецоперацией и переходите к следующей стадии, война, это что получается? Значит, вы столкнулись с противником, который сильнее вас, ну или равный вам, да? Признание такого – это уже минус, согласитесь. Второе. Ну, понимаете как, мобилизация – это же социальный удар такой, серьезнейший. Потому что там и границы надо перекрывать, и автотранспорт забирать, и люди должны по месту жительства или работы отмечаться с 18 до 55 лет. И так далее. Комплекс мероприятий очень затратный, чудовищно затратный. А в условиях санкций и вот этой экономической войны, которую Запад ведет против Москвы, это неприподъемно для Москвы. И третья причина – это вы понимаете как? Ну хорошо, вот у вас там 200 тысяч каких-то там воюет в разные количестве, с резервами и так далее. Вы хотите увеличить существенно личный состав. А здесь вы хотя бы можете брать контрактников, людей, имеющих отношение к службе. Ну, там срочники какие-то. А здесь что? Вы мобилизуете, ладно, людей с военными специальностями. И таких, ну, может быть, сейчас потребно прям немедленно 20-25 тысяч. А остальные это кто? Это вот просто хипстер-студент, что ли, с крупных городов, из кафе, вот, сидящие в фудкортах. Еще неизвестно, как они себя поведут, если их там в зону боев отвезти, там, к границе. Они, знаете, с этим оружием могут повести себя совсем не так, как запланировано. Потому что это люди, мягко говоря, не в восторге от того, что они там будут где-то воевать. И еще и могут погибнуть. Вот власть, она на это закладывается. И доказательством того является, знаете, что? Какой пример? Вот когда в Украине объявили создание иностранного этого легиона и открыли двери для всех иностранцев, граждан других стран, третьих стран и так далее, возможность участвовать в войне, Россия тут же отреагировала. Шойгу сказал, а мы вот, вы знаете, пригласим из Сирии комбатантов разных, ну, видимо, там из Асадовской армии и так далее. И громко об этом говорили, даже ссылались на Путина, что это все одобрил. Сам Шойгу об этом говорил, министр обороны. Чуть ли не 18-20 тысяч таким образом хотели привлечь.
И что-то теперь никого не слышно. Вот вы каких-нибудь сирийцев, суннитов видели на поле боя, там где-нибудь в зоне боев, на театре военных действий в Украине? Я не видел. То есть явно от этой идеи отказались. Почему? Потому что это люди, неизвестно откуда взятые, да еще на другом языке разговаривающие, до которых еще легко идентифицировать. И, так сказать, ну, они с Ближнего Востока, да? И вообще непонятно, как они себя поведут, эти сунниты, так сказать, в средней полосе или там, не знаю, на юге России. Бог его знает, что они захотят делать. Поэтому здесь, вы понимаете, всегда есть опасность того, что запустить-то процесс можно, мобилизационный в том числе, а вот управлять им гораздо сложнее. И я думаю, что в нынешнем положении развал армии под воздействием коррупции и других причин, а мы это все наблюдаем с табуретками в танках, я не уверен, что они в состоянии организационно-технически справиться с какой-то существенно большой массой, там, со 100 тысячами вдруг появившихся людей. Потому что ну, доукомплектация – это одно. А как из них новые соединения делать? Это вообще большая работа. Вот. Поэтому я, честно говоря, со скепсисом взираю на перспективу объявления всеобщей мобилизации. Ну, але Путін тоді має визнати, що перша частина плану не вдалася, це захоплення Києва, де довелося визнати, що ми не спроможні це взяти, я маю на увазі російські війська. Друга нині поразка до 9 травня взяти кордони Донецької, Луганської областей теж не вдається. Де той момент, коли Путін готовий буде визнати, що ну далі війна – це просто поступове винищення російської армії до кінця, і він готовий буде відступити. Ну, а якщо не готовий відступити, буде йти до кінця, який це кінець? Що це за кінець, коли Путін зупиниться? Ну, ви мене спрашиваєте, так? Так, пане Марко Гас. Я вам скажу. Да, да. Вы знаете, он будет ждать окончательного военного поражения. Он же в свое поражение не верит. Не то, что он знает или не знает, он в него не верит. Потому что уже сейчас надо было бы развернуть все и сказать, что ну, мы задачи все выполнили, военные операции, мы уходим. Они же не только не вышли на границы Донецкой и Луганской области, о чем планировали к 9 мая, да? Но и, собственно говоря, они не планировали таких потерь гигантских, вы понимаете? Вот это точно неожиданно. Одно дело военные задачи решить, а другое издержки этой задачи. Вы понимаете, когда до 20 тысяч или, там, не знаю, до 23 тысяч личного состава просто убито, сопоставим с этой цифрой 1:3 ранено, то есть это что получается? 60-65 тысяч выведены из строя, ничего себе, за 2 с небольшим месяцем, за 2,5. То есть к этому не были готовы, но это проблема военных. Путину наплевать на то, что, значит, гибнут военнослужащие, что вот все, что происходит вокруг, он хочет решить вопрос. Поэтому Путин, скорее всего, от этого не отступится, от этой идеи. И будет каким-то образом и дальше пытаться там, третью фазу начать. Будет требовать от генералов, чтобы они каким-то образом этот вопрос решили. И, кстати сказать, пополнение личного состава, оно возможно и без всеобщей мобилизации. Понимаете, это вопрос, ну, как бы денег, да, то есть плати больше. И тогда появятся еще дополнительные какие-то люди, которые добровольно согласятся участвовать в войне, не 200 тысяч рублей в месяц, а плати 500 тысяч, например. И я думаю, что такие ребята с автокредитами могут появиться. Я бы не исключал. Вот, это один момент. А второй момент – это как воевать. Они же могут перейти в позиционную стадию. Эта пауза возникнет оперативная. Ну и каждый на своих позициях. Они типа готовятся. Месяц, другой, третий. То есть держать позиции, которые заняты. Но у этого есть проблема, потому что если поступят американские вооружения, и вот гаубицы, которые уже приехали, ну их мало пока, да, там не 20, а надо 60, а все 90, всякого рода ракетная техника, вообще бронетехника, если она вся приедет, то что тогда? Вот на это у них плана нет, на мой взгляд, потому что личный состав ты еще пополнишь, а где ты возьмешь вместо 1000 уничтоженных танков, ты где возьмешь другие танки? Их же надо выпустить, да, либо снять с каких-то других участков страны, а Росія протяженна страна, тут так просто не перебросиш, що там. Давайте далі поговоримо про кінець, який може бути близьким до однієї людини, де вже, ну, вже ближчий цей кінець. Це сьогоднішня новина про затримання в Іспанії пана Шарія. І пане Марку, цікаво, давайте до вас, тому що вам ця історія досить близька. Чи ви вже відкрукували шампанське, чи будете робити це ввечері в вашому стрімі з Арестовичем? Ну, мы с Арестовичем не раз к этой теме обращались, и не секрет, я передавал документы,
над этим работает офис президента, они и без меня этим занимаются, им не надо никакого стимулирования здесь. Вы понимаете, там не все просто, потому что его решили, по моему обращению в Литве, статус беженца, но он спрятался в Испании благодаря имуществу, которое он купил за московские деньги. Он получил вид на жительство и там находится на легальных основаниях. Вот это очень важно. Несмотря на лишение его статуса беженца в Литве, где он уже там 7 лет не находился, ни одного дня. Здесь есть некое противоречие, да, в статусах. И он на этом играет. Он очень имеет возможность платить за адвокатов. И сегодня его отпустили до рассмотрения экстрадиционного запроса. Отняли паспорт, отобрали паспорт в Испании. И он должен являться два раза в месяц, отмечаться в полицию о том, что он не убыл и не покинул территорию Испании. Ситуация там непростая. Я сам как адвокат вел подобные дела. Вот Облязова такого, которого тоже не выдали. Но там другая совершенно история абсолютно. Вот, его преследовало казахстанское правительство, тогда еще Назарбаева, власть Назарбаева. Можно затягивать эту процедуру до бесконечности. Обжаловать, переобжаловать, доходить до СПЧ, и все эти возможности и права у него есть. Я все-таки считаю, что нужно сосредоточиться параллельно, используя ситуацию, на внесении его в санкционные списки. Лишить его вот этого статуса блогера, потому что Москва накачала его подписчиками и так далее, и использовать его как политический инструмент для того, чтобы проводить антиукраинскую линию в медиа. И это работает. Ну, работало, сейчас уже, наверное, не так. Я думаю, там процессуальная перспектива хорошая, но она долгая, понимаете, очень долгая. Он будет говорить, что это политическое преследование, что его нацисты из Украины преследуют, ну и так далее, все, что он говорил. Испанское правосудие, мягко говоря, не очень поворотливое, во-первых. А во-вторых, ну, скажем так, там левые у власти находятся, и масса проблем с пониманием того, что есть нацизм и тому подобные вещи. И на этом очень паразитируют и он, и ему подобные лица в Испании есть и другие. Поэтому трудности будут. Трудности будут, это процессуальные трудности, но тем не менее медленно процесс двигается. В конце концов, хорошо, что в Украине его лишили всех ресурсов. Вот этой партии, она абсолютно агентская организация. Так, ну тобто, але экстрадиция будет до Украины? Чи ні? І якщо треба в санкційні списки, то хто це має робити? Це Сполучених Штатів санкційні списки, які мають вплив відповідно і в Європі? Вот смотрите, что касается экстрадиции, решает суд. Суд, да, решение первой инстанции может обжаловать во второй инстанции любая из сторон и так далее и тому подобное. То есть это просто долго. Дойти до экстрадиции, посмотрите на дело Фиртыша, там, о чем говорит Венедиктова, генеральный прокурор, она права, там 8 лет уже попытка идет экстрадиция в Соединенные Штаты. А это совершенно не смешная юрисдикция, да? Поэтому говорить так, что он завтра появится в Украине, там, это маловероятно, об этом не приходится говорить. А вот то, что касается санкционных списков, они, понимаете, обрубают все концы. То есть они отрезают его от социальных медиа и отрезают там от счетов банковских, ну много чего, там ограничений, масса. Арестовывается имущество, но прежде всего, конечно, речь идет об американском списке, потому что они мобильнее в этом смысле, Европа менее поворотлива, там несколько десятков стран должны одобрять эти общие списки, и они там долго согласовывают, поэтому да, я считаю, что американский список более реален, а все соцсети, в которых он представлен, они все американские, и естественно, они исполняют закон о санкциях в отношении физических лиц. И там велика вероятность, что он просто лишится своих медіаресурсів. Тогда все пойдет легче, я бы так сказал. Гораздо легче. Так, ну там цікаво, знаєте, ще й всі його, в принципі, дії, які він вчиняв, і в яких є питання і в Іспанії, і в Україні найперше, він це скоював разом в партнерстві найближчому зі своєю дружиною, яка є його найближчим партнером, ну, по всіх цих його інформаційній діяльності і бізнес-діяльності. Але Ольга Шарі спокійно гуляє нині вулицями Іспанії, Барселони, вона публікує фото, от папушку вона опублікувала сьогодні, так, і написала про те, що він папушки з номерами їдять з рук в Іспанії, в Барселоні. Ми бачимо це фото зараз і написала, що це комедія. Що означають ці фото? Що це за натяки? Ви розумієте, як? Вони дуже впевнені в собі, тому що у них криша, розумієте? У них криша і фінансова, і криша спецслужбистка із Москви. Вони просто вважають, що вони
даже если что-то случится, он просто спрыгнет, улетит в Москву, понимаете? Он так в себе уверен только потому, что его есть кому прикрывать. Поэтому, они, ну, мне кажется, он просто насмехается, да и все. Вот. То есть не вижу я тут никакого особого смысла. Я просто полагаю, что время сейчас суровое, да, время военное. Не получится процессуальными методами, значит, получится оперативными. Просто надо быть к этому готовым, вот и все. Ну, і ще цікаво, що змінилося з моменту, от, коли йому оголосили підозру, це вже, здається, рік пройшов, як оголосили підозру по 111 статті Держзраді в Україні. І весь цей час, в принципі, зверталися так до Іспанії. Чому іспанці, ну, вибачте, роздуплилися лише зараз? Смотрите, вот экстрадиционные запросы, они рассматриваются, в принципе, не очень быстро. Дают 40 дней сейчас на представление доказательств стороной Украины, значит, в качестве источника экстрадиции, да, то есть страна, которая обвиняет его, своего гражданина, в совершении преступлений. Это особо тяжкие преступления, в том числе и госизмена, и там порушение вот этой, ну, по поводу расизма, статья 161, да, они представят доказательства. Дальше прокуратура, получив, прокуратура занимается этим вопросом, будет изучать их, передаст, собственно, весь экстрадиционный материал в суд. Да, и суд испанский будет решать, экстрадировать его или нет. Если будет принято решение об экстрадиции, он может его обжаловать. Равно так же, как если откажет в экстрадиции, тоже могут обжаловать, но сторона процесса, какой является не Украина, а Генпрокуратура Испании. Вот, она может обжаловать и так далее. То есть, ну и там вплоть до высшей инстанции, и дальше только Европейский суд по правам человека. Понимаете как? Они будут настаивать, сторона защиты, о том, что это политически мотивированное обвинение. И дело в том, что, конечно, европейская система в любой из юрисдикций неохотно идет на удовлетворение таких экстрадиционных запросов. Это правда. Но вы понимаете, в Украине в отношении него букет обвинений. Там и чистые там общеуголовные дела. И он стрелял в Макдональдс, он мошенник и так далее. То есть сестра его в педофилии обвиняла. То есть там букет статей. Другое дело, что процессуальная система, подчеркиваю, особенно Испания, она в этом смысле очень-очень заскорузлая и неповоротливая. Они очень долго все рассматривают. Это может действительно растянуться на годы. Поэтому я говорю, что нельзя исключать и других вариантов решения этой проблемы. Потому что проблема есть, ее надо решать. Либо так, либо это. Ну, побачимо дійсно, коли, якими шляхами підуть. Навіть десь чула версію, що, можливо, Медведчук заговорив і з'явились нові якісь дані, і, відповідно, після цього вже і іспанці заворушилися. Ну, не знаю, наскільки, але найважливіше, що за Медведчука не сильно тиратують в Росії. І от я хочу перейти тут теж до теми, як нинішня ситуація, пане Марко, на вашу думку, ці невдачі на фронті, те, що спецоперація і завоювання не вдалися повністю, та ще й ресурси з Росії витікають, на яких фактично харчувалися і жили кремлівські башти. Чи не починаються все ж таки процеси руйнування всередині оточення Путіна? І чи може там з'явитися зараз людина або команда людей, яка буде готова на зраду Путіна? Ви розумієте, це умозрительне допущення, тому що поки до сьогоднішнього моменту мы понимаем, что часть генералитета, в общем, не особо в восторге от всей этой операции. Потому что они-то умирают, смотрите, 9 генералов уже убиты, то ли 9, то ли 10. Американцы дают оперативную информацию, разведывательную информацию, накрывают штабы украинской армии. И все. Воевать-то им, понимаете, не Путину воевать, не его окружению, вот миллиардерам и всяким чиновникам из спецслужб, а воевать генералам. А генералы умирать не хотят. Ну, кто больно умирать-то хочет? Их посылают в зону боевых действий, а там вот происходит вот это. Но одновременно с тем, при этом недовольство, вы понимаете как, мы же видим, что они очень все трусливые. Ну, они трусливые, то есть ими обуреваем страх. Другой бы сказал, что давайте действительно устраним и всех проблем, закончим эту войну и разойдемся. Но мы не видим никаких даже движений в эту сторону. Конечно, никто никогда не узнает о заговоре и возможных его последствиях, потому что никто ему об этом не объявит публично. Но пока я бы сказал, вот я ничего из того, что следовало бы ожидать в такой ситуации,
Я не вижу. Ровно, может быть, если Путин, а он безумен на части, да, я бы не сказал, что во всем денежки он, кстати, хорошо считает, в уме прямо. Вот. Но все, что касается геополитического масштаба, тут у него сдают нервы. Если он решится на применение тактического ядерного оружия, это, может быть, будет момент, что происходит не на наших глазах, когда вообще-то какая-то часть может возмутиться и сказать, ну нет, ну тут ты уже как-то совсем уже, не, вот этого мы тебе не дадим сделать. Я бы этого не исключал, такого варианта развития событий. А кто взагалі там приймає рішення, ну я маю на увазі в цьому ланцюжку рішення про використання ядерної зброї, ну натискає кнопку умовно Путін, але там є ще далі процедура, поки воно доходить до безпосереднього запуску. Чи не зупинить хтось це рішення на етапі його виконання? Тобто, чи ви дійсно вірите, що можливо до кінця дойти у рішенні про використання ядерної зброї? І де саме тоді? Що саме може стати ціллю? Это система периметра, так называемая. Вот. Там принимает решение министр обороны, глава генерального штаба и президент, как верховный главнокомандующий, втроем. Вот. Но в нынешней системе понятно, что Путин определяет окончательные решения. Другое дело, что там целая цепочка тех, кто ключ на старт там, и так далее. То есть это несколько высших офицеров, ниже исполнителей. То есть ну, это целая процедура. Опять же, какой будет удар нанесен, это тоже важно. Там с использованием тяжелых бомбардировщиков или это ракетный удар. То есть тут тоже опять начинается. Но опять же, это путь в один конец. Применение тактического ядерного оружия, даже 5-килотонные бомбы куда-нибудь в зоне боев, в отношении тем более страны, не обладающих ядерным оружием, ну бог с ним, там нарушение всего, чего только можно, конвенции о нераспространении там, всех женевских, всего на свете. Он об этом не думает, Россия давно вышла уже из системы международного права, но ведь будет ответ, со стороны Запада будет ответ, ведь Запад уже недвусмысленно дал понять, что в принципе ударом подвергнется не города, а Россия. А вот сам бункер, в котором Путин находится. А вот это уже непростая ситуация. Потому что могут ударить и сказать, это не мы. Он погиб, его завалило. А это не мы, это не за... А кто вам сказал? Ну вот так вот взорвалось что-то там. Да и все. Может такое быть? Я бы не исключал, кстати. Ну, людина, яка побудувала бункер, вочевидь, боїться таких ударів, так точно, якщо вона себе від них намагалася захистити дуже давно. І дивіться, зараз от в нас колеги теж нам запитання дають в онлайні, запитують таке про те, що російська пропаганда, вона десятиліттями культивувала образ Львова як серце українського націоналізму і так званої русофобії. Яке нині ставлення у Путіна до Львова і які плани на захід України, зокрема на Львів? Не, ну они из Запада Украины, как и всю, в общем-то, Украину, они ненавидят. То есть они его считают недогосударством, проектом антироссия. Ну просто, понимаете, из Западной Украины сделали такой жупел, что это вот гречина такая, там, что это вот вообще не славяне, какие-то австрийцы. Ну у них такие же витают такие соображения. Вот. Понимаете как, если бы удалось захватить Украину, ну там Киев, то на Запад Украины пошли бы однозначно. Сейчас там моднее теория про то, что давайте разорвем Украину там, на несколько частей. Венгры свое заберут, мадьяры, поляки войдут на Запад Украины, пусть забирают там Львов и так далее. Вот такое сейчас модненькое. А мы заберем типа Восток и Центральную Украину. Ну, как минимум Левобережье. Правда, они Киев хотят, понимаете? Вот это сейчас такая тема, ну, в связи с поражением, по сути. Не удалось захватить Киев и Чернигов и так далее. Поэтому больше сейчас модная идея про раздел Украины. Как когда-то три раздела Польши, давайте разделим Украину. Вот сейчас такое больше обсуждается. Пане Марко, є у вас 3-5 хвилин на ще одне запитання? Чи маємо відпускати вас? А, буквально 2 хвилини, у мене следующее інтерв'ю, я б з радістю, але мене от ангажували. Мені цікаво коротко про ставлення ваше до того, що російську класику намагаються прибрати, планують прибрати з українських програм освітніх. Ну і загалом переглядаємо ці пам'ятники російським класикам. Як ви до цього ставитесь? В літературі, письменники, так і культура загалом російська. Ну, то, что в Украине російські пам'ятники. Ну, понимаете как? А как тут быть? Тут идет война, это реакция людей. Они вот воспринимают это как, ну, почти агрессивным присутствием. Надо просто успокоиться, пусть все памятники какие-нибудь снесут, все улицы переименуют. Когда война закончится, Украина сама без помощи Москвы и без ее
значит, норовоучение, и сама решит, кому ей ставить снова памятники, вернуть их или, наоборот, убрать навсегда. Здесь бесполезно, так сказать, возмущаться, не возмущаться. Ну как, ну война идет после Бучи, как можно упрекать Украину? А что это вы вот улицы зачеркиваете имена или там памятники? Ну люди на эмоциях это все делают. Надо успокоиться, ну подождать. Пусть всех памятники какие вот пострадают, ну что делать теперь? Пройдет время, и как бы в Украине сами решат, как им быть с русской культурой, я бы так сказал. Дякую вам за розмову, дякую за цікаві коментарі. Як завжди, запрошуємо вас принагідно ще до наших ефірів. Марк Фейгін, громадський діяч російський і юрист, був з нами на зв'язку в ефірі.